Всем привет! Сегодня я хочу сделать сюрприз своей сестре. Это будут вот такие вот коврики Эва от компании Довкар. Каждый коврик изготавливается под конкретную марку автомобиля с учетом всех особенностей пола. Все лекала проверены многократными продажами. Все недочеты, которые могли быть, давно исправлены. Ячеистая структура блокирует и задерживает грязь в ромбах. Ее очень легко отсюда вытрясти. Просто достаете, постучали, и она чистая. Такие коврики можно заказать любого цвета. Их более 500 видов расцветок. Можно из саму вот эту поверхность выбрать цвет и окантовочку. Здесь вот даже вот пришили логотип Довкар. Вот, сейчас постелим со стороны водителя. Коврик лежит как родной. Все по размеру подошло, даже под пяточку. Вот есть. Не будет грязь туда западать. Вот. Теперь постелим с другой стороны. Все, так даже лучше. Постелили задние коврики. Смотрите, вот пассажирские места. И как вот сделано. Посередине вот это вот место тоже закрыто. Сейчас там постелим. Вот так вот теперь выглядят полы. Оригинальные крепления закупаются непосредственно у автопроизводителей из Японии и Европы. Специально для вас компания Довкар предоставляет скидку по промокоду Светлана. А теперь давайте посмотрим, как эти коврики удерживают влагу. Вот, вся водичка растеклась и удерживается в ромбах. Так что ноги всегда будут сухие. И очень легко стряхнуть. Все, все сухо. Ссылочка, где можно заказать такие коврики, будет в описании под видео. Заглядывайте, смотрите, выбирайте. Ну а сейчас мы с вами отправляемся на рыбалку. Вот смотрите, уже мы на трассе. Погода, конечно, сегодня не очень, туман и морось идет. Так, ну вот, все, идем уже на речку. Будем ловить рыбу. Так, с другой стороны. У нас сегодня дождь идет. Все уже вокруг зелено. Буквально, наверное, за неделю все позеленело.
Вова поймал рыбку сегодня первую. Красноперочка. На какую блесенку? Уже солнышко выглянуло. А мы все никак не можем поймать рыбку. Вода еще непрозрачная, мутноватая после дождей. Да, это такая рыбалка, надо раз 10, наверное, съездить, чтобы поймать. Сначала приноровиться. Потом подобрать блесну. Или там снасть подобрать какую. Место найти. Сейчас местами очень, где хорошо ловится, там народу полно постоянно. Уже приходишь каждый раз пораньше, а там все равно стоят уже стоят. Что-то я там поймала, что ли? Нет. Нет. О, точно поймала. Смотрите. О. А это у нас что за рыбка? Давай посмотрим. Так. О, голец что ли? С красным пятнышком. И под каменкой это большая такая. Ну вот. Первая рыба. И вторая. Вот, смотрите. Ой, ну хоть что-то стало попадаться. На одной точке постояли, побросали. Ничего нету, ни одной поклевки. Сейчас место поменяем. Стоим еще немножко.
воды еще много. Речка полная. Я поймала рыбу. Все утро стою, ему ловлю. Тоже рыба. Мы решили съездить на море, покопать ракушку, пока отлив есть. О, под лопатой, да? Нет, здесь тыка еще посреди. Да. Еще там. В этой же ямке где-то копал. Там должен. Вот он. Прям под лопатой. За лопатой? Да, за лопатой. Нет, где-то. Вот он, я чувствую. Ну вытащи с лопатой прям. Вот он, все, вот возьми вот так вот по лопате. Вот тут? Давай еще. Смотри. На лопате. Нет. Ну давай. Я пошел? Пошел. Ты сразу говори, где? Вот он, под лопатой. Где брать? Под лопатой. Вот. Добро. Ну, чуть-чуть ближе к берегу, может, бери тогда, если там не щупается. Она же не глубоко, она там все равно на 20 сантиметров сидит. Есть? Дай. Так. Говори, как подбирать. Лопату. Конечно. И лопату еще. Вот она. Давай на лопате. Где лопата? В ямке. В ямке еще. Как на лопате сидит точно. Где? Нашел. Еще одна.
Под лопатой или на лопате? Сейчас я. Есть? Говори, где. Сейчас. Вот, нашел. Еще одна. Где лопата? Прям под лопатой. Под лопатой прям. И там сзади? Нет, прям под лопатой прям. Прям под лопатой, по кончику. Нашла? Сейчас. Нашел еще одна. О, есть. Есть. Надо себе кончик лопаты. Сейчас буду поднимать. Давай я поищу. Вот она. Где кончик лопаты, смотри. Ага. Это я накопала. Все, его подбирают. О, шла. Все? О, хорошая. Хорошая. Давай лучше покажу. Ну все. Сегодня я с самого утра и на речку съездили, сейчас на море побывали, ракушки накопали, ну вон все. Что-то Вова там нашел, осьминожка нашел. А он живой еще, нормальный. Живой? Вот, допустим, он сейчас живет. Ну, в смысле, он это? И шевелится. Ну, воду его. Осьминожка. Мы его оставили, не стали брать. Пусть его съедят чайки. Так, ну вот, теперь я нахожусь уже дома. Я почистила ракушку всю, вот сколько у меня вышло чистого, можно сказать, мяса. От той ракушки, которую мы сегодня накопали. Хочу сделать паштет ракушечный. Для этого нам понадобится лук, морковка и сливочное или растительное масло. Так, поджарилось. У нас тут лук с морковкой. Теперь быстренько ракушка. Ну все, язычки покраснели. Можно снимать.
Языки покраснели, можно снимать. Теперь будем перекручивать. И соль. Все это делаем по вкусу. Соли совсем можно чуть-чуть. Все это перемешиваем. Добавим сюда черемши. Так вот. Думаю, что должно быть вкусно получиться. Вот что у нас получилось. Вот такой паштет. Намазка на хлеб. По утрам будет очень даже сытно покушать. Вот такой бутербродик получается. Получилось очень вкусно, сытно. Не нужно жевать. Уже все перекручено. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо, что вы посмотрели это видео. Всем пока!